10 наших постоянных телезрительниц выбирают для себя брюки Эланет от бренда Greenlight. Доверьтесь их мнению и выберите для себя вторую, третью пару, потому что это не просто брюки с эффектом утяжки, они еще и теплые, сезонные. Бренд, который является лидером в создании комфортных, приятных к телу брюк. Наше главное предложение дня защитит ваше здоровье и согреет до минус 15 градусов. Эти брюки заслуженно станут любимой вещью в гардеробе на каждый день, ведь они придадут вам еще и дополнительную стройность. Микола Комендров сейчас раскрывает все важные секреты. Ну и в преддверии Нового года у нас с вами главным предложением дня становится бренд, один из основателей, можно сказать, рубрики моды. Это, конечно, бренд Greenlight, сотрудничает с нами уже больше 9 лет. Данный бренд всегда специализировался в комфортной классической одежде. Его главным ДНК всегда являлись именно конструкция брюк и с эффектом утяжки. Поэтому мы сегодня получаем с вами элегантные, в виде монохрома, классические брюки в спокойных оттенках с утепленной флисовой основой, которая от поясной части до конца ниже гачи полностью утеплено флисом. А это значит, что наши ножки будут согреты, наша фигурка будет подстроена, потому что, выбирая собственный размер, мы всегда с вами уменьшаемся в форме. Ну и, конечно же, классический крой этих брюк даст возможность пройти любой дресс-код. То есть ни одно руководство вам не скажет, что вы на работу пришли в лосинах. Вот. А в 23-м году надо выглядеть идеально, ведь кролик может и поругаться. Вот. Нет, не будем ругаться с кроликом. А, да, тем более, что, смотрите, вот один вариант ты вывернул, да. Показываешь внутреннюю сторону флис по всей длине, что называется, от животика, от поясницы до пяточек. Да, у нас с вами полностью флисовая основа, то есть изнаночная сторона полностью вся утеплена. Мы с вами помним, да, что флис получил Нобелевскую премию. А это вот классическая его внешняя сторона, она имеет такую более эластичную, такую трикотажную форму, как трико, поэтому сохраняет форму, а матовая фактура плетения оттенка еще и обеспечивает матирующий эффект. Они невероятно приятные к телу, поэтому успевайте заказывать. Баклажановый цвет, такая ежевика. Я выбираю самый яркий. Яркий красный. В моем гардеробе красные брюки присутствуют, но вот утепленных еще нет. Да, напоминаю, красный цвет, главный цвет 2023 года. Коричневый шоколад. Пожалуйста, сейчас очень многие в подарок получают шоколад, от которого поправляются. Брюки Greenlight помогут вам сохранять красивые формы. Синий цвет. Практически классический, да, Микол? Да, это у нас классический цвет Navy. Ну и, конечно, не обошлось без черного оттенка. Да. Как раз-таки Ольга, наша модель, его для себя выбрала в 54-м размере с блузой. Томила так же, как и ты. Да. Ну и вот смотри, у нас брюки Эланет от бренда Greenlight были как-то представлены как главный товар дня, но цена тогда была выше. Сегодня самая низкая цена за всю историю продаж брюк Эланет, ведь это бренд Greenlight. За 2 дня до Нового года утепляемся с вами. И размеры, Микол, начинаются от маленького 44-го до максимального 66-го размера. Я уже знаю, как я выберу размер, но твои рекомендации все-таки мы послушаем. Бренд Greenlight всегда работает в полноразмерной линейке, соблюдает государственный ГОСТ параметров размеров женской талии, поэтому данные брюки у нас с вами идут размер в размер. При выборе своего собственного размера в зеркале вы увидите отражение, а в сантиметрах параметрах вы заметите отсутствие лишних килограммов. То есть данные брюки мы забираем размер в размер и уменьшаемся как минимум на размер, несмотря на то, что брюки являются утепленными. Коричневый цвет в 50-м на фигурке 50 вы выбирает Ксения. Черный цвет выбирает для себя Ольга в 54-м собственном своем размере. И, конечно же, Наталья выбирает 48-й, потому что он есть в наличии, но могла бы запросто выбрать и 46-й, и, может быть, даже 44-й. Да, ну вот сейчас я по бедрам тоже стала 46-го, поэтому размер в размер смело забирайте. Только сегодня цена впервые за всю историю на этих брюк 1799 рублей. Светлана Николаевна из Железногорска, она вот знает уже эти брюки вдоль и поперек, пишет нам. Отзыв: замечательные брюки. Купила уже 2 пары. Очень комфортные. Ношу каждый день. Довольна. И вот ты знаешь, Микол, наступила зима. И самое ужасное зимой, это когда у тебя нет утепленных брюк, и ты под низ начинаешь утепляться, например, колготками. А ведь новые колготки жалко,
под низ. Ну, они же трутся об одежду. И вот ты носишь некрасивые, старые, какие-то уже закатанные колготы. Знаешь, не добавляет это ощущение, что ты женщина и ты достойна лучшего. Да, несмотря на то, что брюки у нас с вами утеплены, они отличаются внешним видом от тех брюк, которые привычно понимать как теплые. Теплые брюки в зимний период, вы сразу так чувствуете себя более крупной, такой немножко как будто надутый, напыщенный. Здесь у нас с вами, несмотря на то, что температура согрева, минус 10, минус 15, мы получим. Данные брюки в любом случае у нас с вами еще и умудряются нас уменьшить в размере, что тоже немаловажно. Поэтому забираем для себя это предложение, получаем удовольствие. Кстати, неспроста рекомендуется всегда выбрать две пары сразу, потому что пока мы отдаем одни в стирку, мы вторые с вами надеваем, потому что погода не будет ждать. Пока вы стираете одну пару, вы все равно сохраняете свое здоровье в другой. Тем более цена, если у нас с вами упала на 201 рубль от каждой пары, да, как раз-таки на оставшиеся и сэкономленные деньги вам и доставку можно будет оплатить. Согласна с тобой, при оплате карты цена будет еще выгоднее, 1709 рублей. Но вот ты сказал, ухаживаем. Нужно ли какой-то прям супер-пупер щадящий режим или вообще стирать вручную? Вот я не люблю вручную, например, заморачиваться стирать. Данный трикотаж у нас с вами работает на утягивание силуэта, поэтому после стирки сохраняет свою форму. Температурный режим стирки может быть от 30 до 40 градусов. Данный продукт лучше всего стирать с небольшими оборотами, это 500 или 600 оборотов в минуту. Ну и, конечно же, применять порошки без присутствия у нас с вами отбеливающих средств, что даст возможность сохранить цветовую гамму. Брюки на флисе лучше сушить просто в проветриваемом теплом помещении, не прикладывая где-то к агрессивным теплым батареям и так далее. Тогда брюки будут долго вас радовать. Гладить с изнаночной стороны не нужно. Всегда лучше гладить через марлю с лицевой. Ну, ты знаешь, я уже сказала о своих ощущениях. Они очень удобные. Вы знаете бренд Greenlight. Мы в восторге, потому что обычные брюки, которые доступны всем, это вот слева брюки. Наши брюки Greenlight подтягивают ваши формы, делают вас визуально более стройным. И вы видите сейчас образы, видите расцветки. Коричневый, баклажановый, синий, черный, красный. Успевайте делать свои заказы, пока есть еще выбор цветов, пока есть еще маленький 44-й размер. Забирайте размер в размер. Главное предложение дня – стильные, удобные, практичные, теплые брюки на флисе.